Как дела в школе? Нормально. Учебный год только начался, а я уже устал. Скоро привыкнешь, потом еще скучать будешь. Хорошо бы. Арт, а эту тетрадку с котом, куда ты ее дел? Я ее сначала спрятал, а потом сжег во дворе. Хорошее решение. О, что это такое? Это же попыт. Попыт? Ты что, не знаешь? Это сейчас самая популярная игрушка. Игрушка? Что-то не похоже на игрушку. Но они обычно яркие, а этот просто черный. И что с ней делать? Пфф, ты что, серьезно не знаешь? Серьезно? Так как в нее играть? Это просто антистресс. По-другому вечная пупырка. Просто нажимай на нем пупырки. Что-то в этом есть. Оставлю ее себе. Зачем она тебе? Брось, нельзя чужие вещи поднимать с улицы. В них может быть плохая энергетика. Ой, да ладно тебе, это всего лишь игрушка. Хотя бы приди домой и помой ее. Мам, я пойду приготовлю чай, а ты помой эту штуку. Да, точно, а то она вся пыльная. Ну вот, наичистейший. Теперь даже приятнее играть. Тебе чай с сахаром или с вареньем? Там что-то горит! Где? Мне показалось, дым пошел. Что здесь может загореться? Кружки с чаем? Хорошо, что у меня есть антистресс. Могу успокоить свои нервы. Мам, у тебя все хорошо? Да. Но мне опять что-то показалось. Что? Не знаю. Походу, на фоне наших последних событий у меня реально случился стресс. Может быть, стресс у тебя из-за этой штуки? Нет. Она меня, наоборот, успокаивает. Я сейчас. Мам, ты чего? Не знаю. Мне сегодня весь день мерещится какая-то ерунда. А с какого момента у тебя все это началось? Прям с утра? Да нет. Первый раз в ванной, потом этот дым, потом шарик. И вот сейчас. А может, все дело в этой игрушке? Блин, точно. Как только я его подобрала, все и началось. Вот именно. Может, он какой-то заколдованный или проклятый. Может, его выкинули не просто так. И что теперь делать? Давай пойдем и вернем его на место. Да, пойдем скорее.
За последние полчаса ничего не произошло. Это радует. Хорошо, что прогулялись. Кстати, мы забыли попить чай. Он уже совсем холодный. Ничего, нальем новый.